Поздравляю с получением первого дела. Спасибо. Молодец. Как думаете, инспектор, что здесь произошло? На основании всех этих улик можно прийти к выводу, что что-то пошло не так. Этот дом настоящий лабиринт. Слышал, что этот домишко принадлежит одному наркодилеру. Должны срочно уйти отсюда, поверь мне. Нет, поверь мне. Несчастные случаи бывают каждый день. Жертвы знали друг друга. Вы не сможете дурить их всю ночь. Вам нужно уехать, пока не поздно. Я безвольная марионетка. Демон дергает меня за ниточки. Этому должно быть объяснение. Это значит, что в доме есть еще кто-то. Считаю, что это не несчастный случай. Во что вы там играете, а? Лучше тебе не знать. Кто убил Марека? Столько крови, весь этот секс, пушка. Нам нужно определиться, что мы расскажем полиции. Проще всего рассказать правду. Какую правду? Убойная вышла вечеринка.